Итак, друзья, тема моего сегодняшнего ролика, как мы возили сено, как мы насаживали сено. Это мне задали такой вопрос, комментарий. Ну, я вам, естественно, сейчас вот все после этого вступления все это дело покажу. Как мы возили, как насаживали. Возможно, кому-то будет это интересно и полезно. Вот так вот. А в конце этого ролика будет небольшой анонс того, что буду показывать в следующем ролике после этого. Буду рассуждать про сено, какое лучше сено для меня, почему оно для меня лучше. Сейчас кормлю стоп деда, насадим на волокушу его стоп, затащим на волокушу, потом подъедем здесь, сделаем. Так что смотрите, не переключайтесь.
вот так остается после стога в идеале, конечно же. Сейчас завяжем тросом, а потом веревками подвяжем, и будет все хорошо. Вообще зимой, вообще в холодное время заводить, я вам скажу, друзья, не очень-то хорошо. Да сейчас и солярки меньше идет, и вообще вот в легком одет. Вот она осень, классная вещь осенью возить сено. Ладно, трактор ждет, поехали. Это сено, но везде разная трава. Разная трава. Я еще раз повторюсь. И почему это влияет? Вот я сейчас поставил эти стога. Вот. И я в каждом стогу, в каждом стоге знаю, какое сено. Потому что я сам это заготавливал. В этом стоге такое сено, в этом стоге такое. И каждый стожок идет по своему назначению. Клал в бурт, и человек должен, хозяин этого сена должен помнить, где какое сено лежит, потому что, ну, тюк есть тюк, что там, их тысячи этих тюков. Один тюк будет хороший с мелким сеном, к примеру, другой тюк будет с гужуром.